Экспозиция «Автомобиль в искусстве» – это многообразие взглядов художников на тему машины. Выставка рассказывает, как менялся и эволюционировал автомобиль и его образ. Авторы работ, художники со всего мира, попытались сделать это через картину, фотографию, скульптуру, инсталляцию и другие изобразительные средства. Здесь и традиционный взгляд на авто, и изображение отдельных деталей. Есть в экспозиции автомобили, выполненные из самых неожиданных материалов – книг, оружия, сигарет и кирпичей. В рамках экспозиции автомобиль показан и как средство передвижения, и как объект опасности, и источник экологических проблем. Например, Бернард Буффе, он через портрет автомобиля говорил о важных исторических событиях. Энди Уорхол, изображая свои болиды, спорткары, хотел показать скорость. А такие художники, как Сезар, Бен Квентли, они как раз говорят о современных разрушающих тенденциях, связанных с этим, предметом. Выставку «Автомобиль в искусстве» в Сочи привезли в рамках проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина». Известный художник занимался выставкой 50 лет. В данном случае Шемякин выступил как аналитик и искусствовед. Экспозиция будет доступна зрителю в художественном музее до 23 мая.